Друзья мои, всем привет, всем здоровья, счастья и удачи. Вот вчера целый день заливал на YouTube видео про небольшое поселение, чтобы выставить его. Но что-то не получилось, потому что когда стал его просматривать уже на YouTube, да, там одна третья часть все с голосом, все, а потом больше половины вообще ничего нет. Не слышно ничего, ни голоса, ни музыки, ничего. В чем дело, не понял, я не знаю. Я его удалил, опять в редакторе сделал. Вот, там что-то подкорректировал. Посмотрел, ну там все везде звук есть. Опять же его скачал, опять залил, всю ночь сидел. И опять та же история. В чем дело, не пойму. Не знаю. Прямо так обидно, блин. Делал, два раза заливал, и нифига не получается. В чем дело, что такое? Так что чуть попозже снова выложу видео, попробую еще раз сделать его, отредактировать, что получится, как получится. Вот. Так что, друзья, не думайте, что что-то там не так или что-то. Ну да, не так получается что-то. Почему так, не пойму я. Вот, а позавчера у нас вечером такая гроза была, блин, косой, такой ливень, вообще ветер штормовой, я не знаю, не поломало вот как-то деревья еще. Вот, сейчас вам покажу. Друзья, посмотрите, какой дождь пошел, а? Гроза такая, кошмар. Ветрище. Ой-ой-ой. Блин. Видели, как сверкает, да? Мы все повыключали дома. Телевизор, компьютеры. Как шторм. Вот, да, прямо по крыше видно, как. Да вообще. Здесь плохо видно, сетка. Смотрите, как там деревья мотают. Вообще, по крыше как будто, знаете, когда пурга, снег идет, вот так же дождь идет. Дождь посверкает.
нынче творится. Ну, спасибо всем, что посмотрели ролик. Так что буду надеяться, что получится у меня снова сделать для вас, показать небольшой городишко. Ну, как община она. Вот, там вообще мало поселения. Людей немножко живет чуть-чуть. Но какой он из себя? И представляете, середины 12 века. Вот, и там интересное есть. В общем, посмотрите. Так, ну ладно. Всем пока, до новых встреч. Не забывайте лайк ставить.